Его глубокая вера определяла весь земной путь. На протяжении 5 лет епископ Сергий Соколов возглавлял Новосибирскую епархию, немало успев сделать для ее благоустроения за недолгий срок. В эти дни нынешний правящий архиерей помянул своего предшественника в день его памяти. 20 октября отмечается День памяти епископа Сергия Соколова. 24 года назад, в 2000 году, он представился ко Господу и был похоронен в ограде Преображенского кафедрального собора. Всего 5 лет владыка Сергий возглавлял Новосибирскую кафедру, но успел многое сделать для духовного возрождения столицы Сибири. В памятный день митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил панихиду. В заупокойном богослужении приняли участие прихожане, священнослужители, жители города Бердска. Сегодня мы молились о упокоении раба Божия, преснопоминаемого епископа Сергия. Для кого-то он был соработником на ниве духовного просвещения, для кого-то он был духовным наставником, для кого-то учителем, для кого-то преосвященным архипастырем. Но какие бы послушания он ни исполнял, он всегда стремился быть прежде всего с Господом. И глубокая его христианская вера определяла его земной путь. И всего себя он отдал на служение Церкви Христовой. И мы молимся о упокоении ее в селении праведных. Молимся о том, чтобы Господь даровал ему жизнь вечную в Царстве Небесном. И имеем уверенность, что и он, стоя у престола Божия, ныне возносит свои моления и о нас грешных. Да поминет Господь Бог наш Иисус Христос, епископа Сергия. Аминь. О блаженном успении вечный покой подашь Господи преснопоминаемому епископу Сергию и сотвори ему вечную память. И во веки веков.